Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос, добро пожаловать в Street Fighter 6, мы продолжаем выполнять квесты. Так... А, подожди-ка, надо сыграть в мини-игру. Так... Какой уровень? Трудный? Поехали. Ломаем грузовик. Не понял. Нифига себе, 13 тысяч зени. А, ну это из-за бонуса еще. В прокачке. Офигеть. Так. А, наверху. Или не наверху, подожди. Нет, не наверху. О, Алиса. Хорошо, поручение выиграть с помощью комбо-поддержки. Это простые комбо, которые можно выполнить при современном типе управления. Чтобы сделать комбо поддержки, быстро нажимая кнопку атаки, удерживая кнопку помощи. Это матч, ты нанесешь мне урон только с помощью комбо. Так что использую комбо поддержки. Хочешь попробовать? А, надо переключиться. Так, надо переключиться. Так. Так. А, тут лагает, да ладно. Здорово так держать, пока что этого достаточно. Так, меняем управление. Я вижу это в твоих глазах. Ты хочешь стать сильнее, да? Прекрасно тебя понимаю. Когда-то я... И я искал то же, что и ты, и в итоге нашел это. Ты знаешь что-нибудь о силе йоги? Говорят, мастера йоги умеют парить в небе и повелевать огнем, впрочем, это преувеличение. Только избранные это умеют. Но я точно уверен, что в тебе есть истинный потенциал. Узри же, эта статуэтка наделена таинственной силой йоги. Это единственный экземпляр в мире, и я верю, что тебе под силу раскрыть его удивительный потенциал. 7000 зени, заплати, это твое. Я считаю, что тайны йоги бесценны, но если бы я оценил их, то попросил бы за них гораздо больше. Купишь статуэтку йоги за 7000 зени? Такому особенному человеку, как ты, я был бы готов отдать ее совершенно даром. Но теперь я вижу, что у тебя серьезный настрой, так? Да, с тебя 7000 зени. Уникальная каменная фигурка. Ну, так сказал продавец. Как вообще можно доказать, что в мире нет другой копии? Как использовать статуэтку? Со временем ты поймешь, это все, что я могу тебе сказать. Прощай, друг мой.
Йога. Так, успешно выполните супер-арт. А, ну это другое задание. О, Райан. Эй, должен сказать, что для меня это было неожиданно. Нет, я все понимаю, это твое желание стать сильнее. Так что, если ты не против, у меня есть задания, которые помогут тебе стать сильнее, вот. Ну, я думаю, что они тебе помогут, наверное. Так что попробуй. Просто скажи, когда подготовишься. Выполни комбо из 4 ударов. Ну, это просто. Наверное. Так, подожди. Вот такое комбо. Простейшее. Идеально! Вы похожи на человека, который знает, что делает. В таком случае вы просто обязаны опробовать доставку дроном. Как вы не слышали об этом? Доставка дроном — это горячие блюда, доставленные вам в любое время и когда угодно. Оформите заказ через телефон. Обычно стоимость регистрации составляет 19 900 зени, но можно записаться и бесплатно, купон, и готово. Давай я покажу вам, где можно найти это. Купон есть тут недалеко. Вот, готово. Откройте карту в приложении. Купон можно найти там. Также вы можете присоединиться к нам всего за 19 900 зени. Да, звучит не слишком заманчиво, но имейте это в виду. Так, сейчас... чем могу вам помочь? Вы хотите узнать, есть ли у меня купон? Раз уж вы это сказали, да. Не так давно мне повезло найти кое-что подобное. Он вам нужен? Хорошо, он ваш, при одном условии. Скажите, пожалуйста, именно так? Просто вежливо попросите. Почему это вдруг вы онемели от удивления? Только не говорите, что вы думали, что я попрошу вас драться из-за него. Глупости, не каждый, кто носит такую одежду, любит драться. Но вы готовы попросить меня вежливо? Вы дадите мне купон, пожалуйста? Очень хорошо. Купон ваш. Впредь постарайтесь не судить о книге по обложке. Так, а теперь вот сюда, быстренько. Так, купон есть. Да, это тот самый купон. Благодарим вас за участие в акции. Тогда я вас зарегистрирую. Надеюсь, вы с одобрением отнесетесь к этому совету. Ладно, похоже, все хорошо. Итак, вы готовы к оформлению заказов в любое время? Наслаждайтесь удобствами, вы это заслужили. Утоляйте голод в любом месте, в любое время доставки дроном. Вы можете использовать приложение доставки, чтобы заказывать товары, которые вам доставит дрон, где бы вы ни были. Примечание: приложение доставки не всегда доступно. О, доставка. Ух ты, какие тут бонусы. Ё-моё. Супер бонус к получению стиля. Офигеть. Жестко, жестко. Так, а ну попробуем. Черничный смузи.
Ого, быстро. Так, держать твоя следующая цель. Сделай супер арт. Знаем, знаем, что это такое. Давай, сейчас сделаем. Супа арту. Привет, я Улиссис. Ты веришь в важность автобусов? Если нужно преодолеть большое расстояние, автобус весьма быстро поможет тебе это сделать. Вообще-то, мне нужно было установить тут остановку, но я нигде не могу найти знак. Может, Мэтт Гир стащили? Не удивлюсь, если это они. Был бы рад прогнать их и вернуть знак, но... Нет, я не смогу, не хватит мужества на такое. Может быть, тогда лучше забыть про эту идею с остановкой? Так... Тут еще квест рядом. Я новенький, ты тоже здесь работаешь? Если да, то тебе кое-чего не хватает, самого важного. Каска, вот что тебе нужно. Хотя у меня тоже такой нет. Если честно, ее у меня забрал босс. Мне просто не дают работать, понимаешь? Это прямо травля какая-то. Вот бы кто-нибудь отобрал мою каску у моего злого и вредного начальника. Думаю, его можно найти напротив учебного центра. Так, пуля Мэтт Гир. Этот квест ночью выполняется. Сейчас мы квест с каской выполняем. Что там опять? Каска, верни ее. Вернуть? Не понимаю, о чем ты. Но если хочешь ее, то попробуй забрать. Окей, сразимся. Мне все ясно. Тебя новичок на это подбил, да? Если он хочет вернуть свою каску, то я не против. Но обвинение в травле? Серьезно? Да он даже с собственной каской обращаться не умеет. Я забрал ее, чтобы проучить его, только и всего. А теперь еще и другим лапшу на уши вешает. Передай ему, что его ждет строгий выговор. Ой, тебе удалось вернуть ее? Класс, постой, что? Я попал? Мне грозит выговор? Блин, ну и дела. А я думал, ты меня порадуешь. Ну, такова жизнь. Я знаю, что сделал. Если мне прилетит, то я готов. Так, теперь... Меняем день на ночь. Подожди. А, вон он.
Да, чё тебе надо? Верни знак с автобусной остановки. Чё-чё? Говоришь, мы это украли? Да это же дешевка. Зачем нам вообще красть такое? Больше похоже на проделки Canary Crate. Ага. Ну, поговорить надо днем. Так, подожди-ка. Сейчас выясним по поводу статуэтки йоги. Ты чё? Чё такое? А? Так ты хочешь стать сильнее? А, это ты, я тебя помню, простофилия. Товар возврату не подлежит. Чё ты? О, у него стиль Дальсима. Все верно, статуэтка всего лишь безделушка. Я купил ее за горсть семян за углом. Да-да, это чистая правда. В этой статуэтке действительно живет сила йоги. Впрочем, она для других. Я в этом мало что понимаю. О, а те истории об удивительной силе йоги – все чистая правда. Моим учителем в Индии был человек по имени Дальсим. Он настоящий знаток йоги, земное воплощение бога Агни. Несмотря на все тренировки, я так ничего не добился. Но он продолжал меня подбадривать. И все же я сбежал, чтобы заниматься сомнительными делами. У меня не хватит смелости снова предстать перед ним. Пусть это не искупит мои грехи, но прошу, возьми этот билет в Индию. Может, нанесешь ему визит? Он действительно хорош. Не то, что я торговец фальшивками. Так, открыли новую локацию. Так, вернемся к квестам. Так. Ну вот, давай сюда. Так, овердрайв арт надо выполнить. Это мы знаем, что такое. Три раза. Поехали. А. Энергия закончилась. Так, это все уроки, которые я провожу в это время суток. Так, и теперь возвращаемся на Битсквер. Меняем ночь на день. Yo. Так, твое задание – выиграй бой во время истощения. Идеально! Так, Бицуха. 30-й уровень. Но надо же, ты производишь такое впечатление, будто очень хочешь сразиться со мной. Тогда ты как раз вовремя, потому что мне стало скучно. Я согласна, буду рада сразиться с тобой. Но имей в виду, я не слабачка, поэтому дерись в полную силу.
Не понял. Ой, тормозит. А, еще второй раунд. О, тут бицуха. А он. Эй, как дела? Верни знак с автобусной остановки. Что? Зачем нам красть что-то подобное? Одно могу сказать точно, это были не мы. Кстати говоря, на улицах болтают о 5 мелких оборванцах, от которых одни неприятности. Если они вредят обществу, надо их как следует проучить. А где бицуха? А, вон он. Ух! О, я тебя знаю. Что, уже штанишки жмут, да? Этот город принадлежит нам, семье Эндор. Если ты хочешь добиться здесь успеха, сперва прояви к нам уважение. Я Андор-младший, самый выносливый из нас. А, два раза надо его выиграть, нифига себе. Да. Жирноват. А, режим прессинга, просками, да? Ну на. Тебе все-таки удалось меня одолеть. Твоя силища подстать свирепому тигру. Что ж, у тебя получилось, ты получаешь одобрение от меня, самого выносливого и крупного Эндор-младшего. Так, теперь сюда давай. Драйв-пэри надо сделать. Ну. Так, это все уроки, которые я провожу в это время суток. Там бицуха. Бицуха в парке. Осу! Уже готовишься показать класс? Тогда начнем. Чисто! Ха-ха!
Перчатки каратиста. А, надо стильнюка использовать. Тут тоже немного подтормаживает. Ого. Проклятие, я проиграл снова. А я-то думал, что стану сильнее, если крикну «Часто!». Но в итоге мне все равно досталось. Так. А вот и Райан. Комбо из 6 ударов. А, подсказал, какими приемами лучше. Так это... Вот такое комбо. Так, теперь он... Вот он где-то, да? Так, два комбо из 6 ударов. Ага. Так, подожди. Ага, стиль не тот немного. Стиль немного не тот. И приемы не те. А, да ладно, это не считается. Нифига себе. А что же делать? Ну вот так. В углу. Вообще нужен стиль сумо. А, ну или так. Хорошо. Так, а теперь сюда. Битсквер. Эти хулиганы с коробками на головах не такие вежливые, как мы, правда? Поэтому тебе нужна пара уроков по самообороне, чтобы справиться с ними. Все просто, я даю тебе задания, и ты их выполняешь, участвуя в драках. Дай знать, когда подготовишься. Привет, в этот раз твоим поручением станет... Дождись, когда соперник раскроется, затем брось его. Если соперник умеет хорошо защищаться, обычными атаками его не взять, верно? Но что делать, если удары не помогают? Ответ прост. Сделать бросок. Таким образом, как ты... Уже наверняка догадываешься, сегодня меня можно одолеть только с помощью бросков. Дерзай. Поехали. Ага.
Отлично, ты справляешься лучше, чем я ожидал. Тебе что надо? Верни знак с автобусной остановки. Ну и ну, похоже, нас раскрыли. Ладно, я тебя поняла. Извини, что мы украли знак. Нам очень жаль, честно. Если хочешь вернуть знак, забирай. Ладно. Мы извинились и вернули тебе знак. Почему ты так на меня смотришь? Ты же не набросишься с кулаками на тех, кто даже не собирается с тобой драться, да? Надеюсь, знак вернется к своему владельцу. Покедова. Рыц. А, что тебе нужно от старого монаха? Интересуешься боевыми искусствами в столь юном возрасте? Твой взгляд мне знаком. Я участвовал в поединке с человеком, который смотрел на меня так же, но это было давно. Пожалуй, мы просто топчемся на месте. Ты хочешь устроить поединок, да? Драка в этом городе все равно, что приветствие. Ну или так говорят. Поехали. Что за комбо? Ты чё? Не успел. Тебе еще не хватает опыта, но в целом ты кое-что умеешь. Честно говоря, ты напоминаешь мне его. Ох, чуть не забыл представиться. Меня зовут Рэцу, обыкновенный мастер боевых искусств. Не могу похвастаться громкими победами? Напиши мое имя в поисковике, если хочешь узнать подробности. Ладно, мне пора отправляться в путь. Сдается мне, мы еще встретимся. Помни, во всем мире хватает таких бойцов, как ты. Рано или поздно ты встретишься со многими из них. Усиление бросков. Привет, меня зовут Самсон. Тебе тоже нравятся автобусы? Автобусы ходят круглосуточно без выходных. Кстати, не хочешь разбить несколько бочек? Какой-то умник решил разбросать в этом районе бочки, и они очень сильно затрудняют нам работу. Я бы и сам их убрал, да мне силёнок не хватит. А, вон они. Записка, оторванная от бочки. А где еще? А, все. О! Ты чё? Бочек больше нет, знал, что на тебя можно положиться. Тебе удалось что-то найти? Те бочки должен был кто-то забрать? Тут написано «не ломайте». Что ж, кажется, я чуточку поторопился. Ох, ладно, позже за это извинюсь. А пока что я быстренько установлю автобусную остановку. Еще раз спасибо. Я смотрел турнир, тебе удалось неплохо показать себя. Что ты чувствуешь, когда другие смотрят, как ты дерешься? Мне хочется стать сильнее. Если этого достаточно, чтобы тебя мотивировать, то я такое одобряю. Но ты находишься лишь в середине своего пути.
Ладно, ладно, я понял. Не любишь пустую болтовню, да? Тогда приготовься к бою, потому что сейчас я тебе задам. Прыгает? Да. Ой, тут еще больше тормозит. Неплохо, ты потихоньку раскрываешь свой потенциал. Похоже, ты начинаешь понимать, по какому пути идешь. А, да только послушай, я начинаю говорить, как он. Эх, ладно, передай мне свой телефон на секунду. Я чувствую, что наша встреча была предопределена, поэтому оставлю тебе свои контактные данные. Готово, можешь связаться со мной, когда появится настроение. Ждаю, что при следующей встрече ты станешь еще сильнее. Еще увидимся! Наручные часы Рэтсу. Такое вроде бы уже есть. Так, давайте теперь телепортируемся сюда. О, месседж. Привет, как дела? Я решил впервые тебе написать. Но если честно, я даже не знаю, о чем можно говорить. Порой и так бывает. Неважно, тренируешься ты или болтаешь. Надо просто делать все постепенно. Так. Привет, задание на сегодня. Выполни противовоздушную атаку. Все очень просто. Если соперник находится в воздухе, бей. В воздухе нельзя блокировать удары. Нет, подожди. Надо какой-нибудь шарюкин поставить. Rising Uppercut. Поехали. Тебе удалось найти знак? Отлично, ты молодчина. За этим стояли малолетние хулиганы? Серьезно? Я из-за этого так испугался? Проехали, я тотчас же примусь за работу. Еще раз спасибо. Так, дальше. Опять он. Привет, мы снова встретились. Слушай, те вороватые хулиганы снова превратили мою жизнь в настоящий ад. Я хочу установить автобусную остановку, но они мне мешают. Я сказал им, чтобы проваливали отсюда, но они так грозно на меня уставились. Мне не по себе, когда подростки так делают. Так, это где-то тут. Ага.
Ты чё, 8-й левел? Алло. Постой, это снова ты, и ты хочешь, чтобы мы ушли? Конечно, мы уже уходим, извини, что мешали тебе. Ты всерьез думаешь, что все будет так легко? Ты начинаешь меня раздражать. Небось думаешь, что мы какая-то мелкая шпана. Ненавижу насилие. Но еще больше ненавижу, когда меня не уважают. Блин, это что вообще было? Тебе удалось справиться с пятерыми? Как? Ох, какой позор, я иду домой. Они ушли? Значит, просто прикидывались крутыми. Ладно, тогда не буду терять ни минуты и начну работу. Огромное тебе спасибо. Так, выполняю восстановление назад. Знаем такое. Во время падения нажимаем кнопки. Хоп, раз. Давай. Два. А, не получилось. А, тяжелый нокдаун. Комплит. Отлично справляешься. Так, контратаки. Поехали. Ну? О! Усилитель. Так, надо поиграть в Хадапиццу. А, Scrap Heap 2. Так, Хадапицца. Хадапицца. Так она где-то тут, по-моему. А, вот она тут. Ну давайте на низком уровне сложности. Я в принципе проходил эти пиццы на всех сложностях. Поехали.
получится. Так, мишень кунг-фу. Так, подожди. А, узнаю этот взгляд. Глаза горят от любопытства. Прошу, присоединяйся, мы будем рады твоей компании. Если умеешь обращаться с мечом, аудитория с ума сойдет. А это большие деньги, понимаешь? Попробуй, начни с чего-нибудь простого. Все готово? Класс, шоу начинается. Так, мечи Драйв Перри. Все просто, все просто. Опа, это быстрый мяч. Легко. Так, дальше. Крушительница досок. А, не, в карате мы уже играли. Мишень кунг-фу. Или нет? Нет, по-моему, нет. Так, поехали. А вот, кунг-фу таргет. Так, и Scrap Heap 2. Так, подожди, не туда что ли? Но это не то, это Scrap Heap 1, а нужен Scrap Heap 2. Ну, возможно, надо просто ночью прийти. Так, Scrap Heap 2, похоже, находится вот здесь.
О, бицуха. Давай. Меня зовут Рвульф. Я странствующий мастер боевых искусств. Наши желания совпадают. Окажи мне честь и сразись со мной. Но знаешь, ты очень силен. Готовься к тяжелому бою. Прошу прощения. Когда сражаешься с честью, не бывает ничего невозможного. О, Силь Джейми. Ну тут тормозов нет. Ясно, так вот каков он. Пусть путь истинно сильных. Продолжай тренироваться, чтобы обрести великую силу. И со временем ты встретишь соперников куда сильнее меня. Я был бы рад увидеть, куда тебя приведет этот путь. Так, нет, не туда. А. Вот так он, да? Здесь у нас зона обработки металлолома. Каждый день сюда доставляют целую кучу металлолома, и наша задача — разбивать его на мелкие кусочки. Что скажешь? Не хочешь помочь? Поехали. Давай крушить. Так. А теперь летим обратно. Ого, ничего себе! Тебе удалось завершить турне для настоящего работяги. Клянусь, ты прямо-таки излучаешь чистейший позитив. Я не шучу. Дело в том, что работа превратила тебя в неудержимого трудоголика. Как твой друг, я очень тобой горжусь. Спасибо тебе за помощь. Главное, не зазнавайся. Знаю, тебе так и хочется собой возгордиться. Вот только, как и в случае с поисками силы, путь работяги не имеет конца. Никогда не останавливайся. Всегда иди по этому пути. Прощай. Всех благ. Так. Так, теперь бицухи.
Ой, не туда. Сильные соперники. Так, какой уровень? 80-й. Я один из трех патриархов семьи Эндор, дедуля Эндор. Уважай старших, малявка. Я выживал в этом опасном городе столько лет. Думаешь, это ничего не значит? Тот, кто сумел пережить столько местных потасовок, ой, как непрост. А теперь давай устроим такую драку, чтобы она напомнила мне лихой 1922-й. Ой-ой-ой. Нифига себе. Нифига себе, у него урон, алё. Ты чё? Суперарт 15 раз, 11500, 11800 опыта. Это тоже опасно. Жесткий, жесткий. Нет. Фига себе. К нему близко не подходить. Что? Ты чё творишь. Опа, попался. Га-ха-ха, ничего себе силище, ты уже начинаешь мне нравиться. Продолжай драться, и однажды, может быть, ты встретишь нашу белую ворону. Вразуми эту тупицу хорошеньким ударом по башке, наваляй ему как следует. Сделай это ради дедуля, договорились? 7700, нифига себе. Так, надо покушать. Не туда. И не туда. Вон бицуха. Сумо? Кейко, 83 левел. Думаешь, это будет легче твоей утренней тренировки? Не понимаешь, о чем я, правда? Что ж, кто знает, тот знает. А я знаю вот что. Время драться. Да, сумо. Так, комбо из 18 ударов, алмазный кристалл, нифига себе, стиль Хонды нужно, ничего себе сколько опыта, расшитый пояс сумо,
Ой. Ой-ой-ой, это что? Сколько урона? Чего? Что за урон? С ума сойти. Офигеть. Это уже опасно становится. Очень опасно. А, ну это из-за конфеты урон такой огромный. Нифига себе, защита 205. Ну, я не так уж и плоха, да? Но твоя победа была такой уверенной, значит, бой с тобой оказался сложнее утренней тренировки. Это все, что я пытался сказать тебе. Мощно, мощно. Так, и две бицухи рядом. Район Вороньего гнезда. Ух ты, 86-й. Так-так, в последний раз мы дрались с тобой в низинах. Я не скоро забуду, что тогда случилось. Я не скоро это забуду, потому что тот матч был самым лучшим в моей жизни. Мое поражение лишь помогло мне стать сильнее. Узри же, Геральт Голби восстал из пепла, возродился и стал сильнее, чем когда-либо. А-а-а. Не более... А, так мало надо, чтобы здоровье было, типа... Сейчас попробуем. Ой-ой-ой. Ой, больно. Так, надо... Не надо, не надо делать. А вот теперь... Фига, это было быстро. Это было очень быстро. Бросок, да? Ой-ой-ой. Так, а теперь конфета.
Я проиграл снова, но все хорошо. Каждое поражение — возможность. Возможность для меня возродиться вновь и стать еще сильнее. Сделай пометку в календаре. Эпоха Голби уже близка. Фига себе опыта. 22 тысячи дали. Ё-моё. Не слабо так. Так, еще бицуха тут рядом. В парке, что ли? А, да, в парке. Ту-ту-ту-ду. Так, видимо, где-то тут. Я тут заблудился. И не тут. Интересно. Не понял. Что, не в самом парке, что ли? А, нет, в самом парке. В самом парке, нифига себе он. Что-то вообще непонятно. А, тут как-то надо залезть. Нифига себе. Наверное, здесь. А, вот он. Уровень 60. Я один из трех патриархов семьи Андор. Называй меня Папаня. Эндор. Детишки уже о тебе позаботились? Хм, нет? Ах, да наплевать, давай драться. Ой-ой-ой, 9000. Стиль Манон. А, удар кулаком надо выполнить. 30 раз. 9 еще опыта. Чё ж я... Ой-ой-ой. Так, надо, видимо, дать ему меня победить. Давай, побеждай меня.
смысле? А, это бонус сработал. Еще 8 ударов. Три удара осталось. Ну все. Возможно, тебе даже хватит сил одолеть его, последнего члена семьи Андор. Умоляю тебя, спаси его. Ой, 93 уровень, неплохо. Хочешь, говорит, пройти? Ну тогда флаг тебе в руки, там небезопасно, но я считаю, что каждый сам отвечает за себя. Я отгоню машину, так что отойди немного. Готово. Я буду наблюдать, но если ты хочешь умереть, то это не моя проблема. Ах да, теперь тут можно будет пройти даже днем. Проходи в любое время, когда захочешь. Вот что я называю продуктивным рабочим днем. Моя смена закончена. Нет, я серьезно, постарайся не умереть. Этим ты только прибавишь мне лишней работы. Кто же такому обрадуется? А, тут закрыто. Не говорите со мной. Чтобы не смыкать глаз, мне приходится прилагать все мои усилия. Если вам что-то нужно, возвращайтесь днем. А, видишь? А, даже днем. Как тут запутано. Надо и днем, я так понимаю, поговорить, и ночью поговорить. Так, опять телепортируемся. И надо будет опять возвращаться назад, чтобы пройти. Офигеть. Так, теперь мы тут сможем пройти. Ага, нет, не сможем. И тут не сможем, да? А тут? А тут сможем. Так. Ага. Там небезопасно, вот почему проход перекрыт. Но если ты любитель острых ощущений, тогда это совсем другое дело. Все эти блокировки, перекрытые проходы, на них обращают внимание разве что законопослушные граждане. Тебе пришлось проделать долгий путь, поэтому тебя это вряд ли остановит, понимаю. Но как же я не люблю эту суету? Вот что я тебе скажу. Я отгоню машину, а ты проходи здесь, когда пожелаешь. Покедова. Ну вот. И теперь нужно опять телепортироваться обратно. Поменять день на ночь. Так. Теперь сюда. И там будет бицуха наверху. Ага, нет, тут я не пройду.
А вот тут пройду. Это ты? Эндор младший 3. А? Ой, я тебя знаю, ты тот самый боец с накачанными мышцами и сильными ударами, которые ты раздаешь направо и налево. Этот город принадлежит нам, семье Эндор. Если ты хочешь добиться здесь успеха, сперва прояви к нам уважение. Я Эндор младший, самый лютый из нас. Эндор младший 3. Так. О, это что такое? Что это? Ой-ой-ой. Что за дичь? Так. Надо футболку выиграть. А для этого надо уменьшить броню. процентов здоровья, да? Тихо, тихо, тихо. Тебе все-таки удалось меня одолеть. Твое силище под стать сырой картошкой. Что ж у тебя получилось? Ты получаешь одобрение от меня, самого первого и самого главного Эндор-младшего. Ха-ха-ха-ха. Так. Ты чё? Так. Шенлонг. 90 уровня, кстати, Шенлонг. Так, где тут... Дядюшка Эндор. Я дядюшка Эндор, один из трех патриархов семьи Эндор. Как прошла встреча с моими родственниками? Эх, полагаю, это не так уж и важно. Важно лишь то, что мы встретились. Важно лишь то, что мы будем драться. Начнем. Так, где тут? Чего? А, еще второй раунд. Ой-ой-ой. Чего? Как она не попала-то, эта штука? Считаю, что я удивлен. Я совсем не ожидал, что ты такой сильный боец. Со временем ты удостоишься чести встретиться с ним. Последним членом нашей семьи. Прошу, одолей его. Так. Бицухи, бицухи. Эндор младший второй.
Так, подожди, это надо вот так вот, и вот... И вот так вот туда, да? Да. А, подожди. Так он в парке. А, я понял. Вот он тут. В смысле? Он не здесь. Это как? А, он... А, да ладно. Интересно. Значит, он не в парке. А, вот. Победитель ты, сторона игрока 1. Нет, не совсем, это так я обычно объявляю результаты матчей. Но сейчас я пришла сюда как боец, и сегодня результат боя зависит от меня самой. Overdrive Art. Победитель ты, проигравший я. Итоги сегодняшнего матча были подведены. Я думала, что победа у меня в кармане, но ох, какой же ты сильный боец. Тогда я продолжу свои тренировки, и в следующий раз я уже буду объявлять свою победу. Так, ага, не туда. Эндор-младший второй. А? Ой, я тебя знаю, мышцы у тебя есть. Поддашь газу для драки? Этот город принадлежит нам, семье Эндор. Если ты хочешь добиться здесь успеха, сперва прояви к нам уважение. Я Эндор-младший, самый талантливый из нас. Тебе все-таки удалось меня одолеть. Твое силище подстать голодному крокодилу. Да, у тебя получилось. Ты получаешь одобрение от меня, самого безумно талантливого Эндор-младшего.
Так, а теперь сразимся с Шенлонгом. Так, ждем. Так, а теперь воспользуемся лифтом. Седьмой этаж. А вот и Шенлонг. Не используя предметы. Победите, не используя продолжение. 9000 опыта. Уходи. Всякий, кто увидит меня, потерпит страшную неудачу. Зная это, ты все равно желаешь бросить мне вызов? Храбрость ли это, порожденная невежеством? Или же ты зверь, чей голод жаждет новую жертву? Это не важно. Иди же, сразись со мной, с каждой частичкой моей сущности. Нифига себе у него там... урон. Ой.
Так, ну что, кажется, получилось. Правда, это только первый раунд. Отлично. Я побежден. Давно я не вкушал горечь поражения. Полагаю, раскрыв свое присутствие вновь, я поступил верно. Я благодарю тебя, сильный боец. Мощно! Так, тут Рецу. Вот он. Так-так, посмотрите, кого ветром принесло. Что я здесь делаю? А на что это похоже? Я падок на сладкое, поэтому я и здесь. До этих старых ушей дошла весть о чудесном лакомстве, вот я и решил лично это проверить. Сегодня я не в настроении для поединка, так что если ты хочешь именно этого, то я пас. Раз уж ты здесь, скажи, ты любишь сладкое? Ну, конечно. Тоже сластёна, да? Вот хорошо, какие сладости ты любишь? Японские сладости. Тортики люблю, я тортики люблю. А у тебя губа не дура. В мире сладостей просто нет ничего лучше тортов. А уж если сверху красная вишенка, то вообще шик. Я бы сейчас не отказался от торта. Решено, я отправляюсь в путешествие. Но держитесь, тортики, я уже иду. Прощай, друг мой. Подарок. Ну, изысканные сладости. Так, тут где-то бицухи. Прошу прощения. Ты сильный боец, да? Я поняла это с первого взгляда. Ну же, поиграй со мной. Так. Ой-ой-ой, больно. Было весело. Ты сильный боец, как я и думала. Я приятно провела время, спасибо. Пока-пока, сильный человек. Так. Сообщение. Рецу, не забывай хорошо питаться. Привет, я тут вспомнил тот разговор о сладостях. Хотел убедиться, что ты хорошо питаешься. Да-да, я не твой папка, но все же. Сходи в город и закинь в свой желудок какую-нибудь местную стряпню. Еда делает из нас бойцов, вот. Коль будет время, загляни в местную закусочную и покушай. Еще сообщение? Так-так, кое-кто хочет сделать себе имя. Порой молва расходится быстро, хотим мы того или нет. Особенно слухи о крутых бойцах, которые хорошо понимают, как прийти к успеху. Но слухи обрастут новыми подробностями, их быстро
подхватят. Не успеешь оглянуться, как вскоре правду от вымысла будет не отличить. Решение — стань еще сильнее. Тогда ни у кого точно не останется сомнений в том, что твоя сила реальна. Привет, полагаю, ты путешествуешь? Меня зовут Стол, я вор. Я хотел сказать, мастер боевых искусств. Как раз ищу себе соперников, и ты выглядишь бойцом, который уверен в собственных силах. Как насчет поединка? Стиль Бланки. Воу. Так, новая эмоция. Ух, ты сильнее, чем ты выглядишь. Надо было тихонько обобрать тебя. О, я хотел сказать, ничего. Живи и дальше, как мастер боевых искусств. Это хорошая жизнь, без шуток. Так, бицухи. А вот тут. Чай наишел. Тебе что-то от меня нужно? Ага, понятно, этот блеск в глазах, твое сердце кричит, желает насытиться битвой. Я не имею права отказать тебе в этом. Шва! В бой! Успеешь ли ты уследить за моими движениями? Сумеешь ли увернуться от моих ударов? Хорошая победа, ты достойный противник. Ах, нет ничего лучше битвы, этим я и живу. Впрочем, как и ты. Какое же удивительное путешествие в твоем лице. Мне все-таки удалось встретить приличного бойца. Кстати говоря, а где же мой учитель? Мне очень жаль, но я должен найти ее. Удачной тебе дороги. Так, следующая бицуха. Где-то вот здесь. Ага. Странствующий дрон. О, не тревожься, мое бибикающее сердце. Мне лишь нужно подойти и сказать привет. Разве ты не занимаешься доставкой? Так и есть, но это более приоритетная для меня задача. Я хочу поговорить вон с тем дроном. Но моему модулю храбрости не хватает мощности. Я не могу заставить себя сделать первый шаг. Хочешь, я помогу тебе? А вы могли бы? Спасибо огромное, дрон на площади, вон там. Стоп. А знаете что, все в порядке. Это нужно сделать именно мне. Внезапно тяга нарастает, дрон сейчас любовь познает. Была не была. Не пытайтесь меня остановить. Теперь я знаю, бегство не решит моих проблем. Может, для начала завершишь доставку? Неужели это не может подождать?
Ох, ладно, все же мое рабочее время еще не закончилось. Тогда я завершу доставку. Надеюсь, вы довольны? Так, Бицуха. О, интересно, чем моя скромная персона заинтересовала такую знаменитость? Должен признать, мне любопытно, насколько ярко и ослепительно загорится твоя восходящая звезда. Кто же откажется от такой возможности это выяснить? Давай устроим поединок, ты не против? Ну же, нападай. Стильманон. А, 10 бросков надо сделать. Стильманон. Получите не менее 40 тысяч урона от соперника. А ну. Давай. Ну это долго, конечно. Сколько нам надо? 10 бросков? Но это... И не обязательно. Ой, подожди, подожди. Тихо, тихо. Вот это уже опасно становится. Сила бросков. А, все? Да, все. Ой-ой-ой. Так, 7 бросков еще. Как я не наказал-то? Больно. Еще 4 броска. Надо, я думаю, надо позволить ему выиграть. А, нет. Не, нормально. Еще один бросок остался. Ну и все, в принципе. А, пусть меня бросит разочек. Перестань. Ха, давно мне не было так весело. Да, тебе еще не хватает опыта, но теперь я понимаю, почему все только о тебе говорят. Мне любопытно, куда тебя приведет твой путь. Но давай не будем забегать вперед, когда мы встретимся, то сразимся вновь, если ты доживешь до этого момента. Ого, смотри, нормально. Манон прокачалась. Я ищу Кана. Ты не знаешь, где он? Он мой последователь. Мы вместе путешествуем, но похоже, он куда-то пропал. Надеюсь, никто на него не напал, просто он не слишком силен. Эх, ладно, ты боец, верно? Если не возражаешь, я хочу с тобой сразиться. Стиль Мариса. Десять раз, да?
не то. Ну ладно. О, опасно. Нифига. Ты чё? Ну, надо же, я проиграла. Невероятно, ты намного сильнее, чем я ожидала. Похоже, в ближайшем будущем тебя ждут великие свершения. Помни, всегда развивайся, всегда ищи способы покорить новые высоты в бою. До новых встреч. Так, а теперь меняем день на ночь. Ха, тут бицухи нет. Вот оно как. Ну-ка, подожди. Ага, и тут бицухи нет. А, вот бицуха. Внизу, да? Понял. Ой-ой-ой-ой-ой, не понял. А, вот. 80 какой? 9-й, нифига себе. Эй, мы не встречались? Ну, в Метросети. Ладно, все нормально. Я приехал сюда как путешественник, так что мне далеко до крутых представителей Метросети. Сильнейшие бойцы мира ждут. Ждут, когда я обрушу на них свой праведный гнев и поколочу их. Тихо, тихо. Ё-моё. Чё так много у него здоровья? Ха-ха, очуметь. Впервые в жизни мне понравилось проигрывать.
Но ты лучше не расслабляйся. С этого момента ты будешь встречать только самых сильных соперников, так что жди в предвкушении и готовься защищать свою репутацию. Ну, почти левел ап. Победите Фоулу и Эндор. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А их тут нет? А, как нет? Подожди, вон же. 99-й, Эндор! Нифига себе. А что если бы я стал самым сильным? Что бы тогда случилось, как думаешь? Если бы меня никто не мог одолеть. Мне было бы грустно. Мне было бы одиноко. Я хотел стать сильным. Я им стал. Тренировался каждый день. И вот результат. Разве я не прав? Все, чего мы добились, был ли в этом смысл? Просто скажи мне. Просто спаси меня. А? Нифига, ты чё, обалдел? Что за урон, алё? Жесть. О! Так, первый раунд. Жестко. Чего? Ага, бросок решил сделать. Нет! Неизвестно, сколько там урона вообще. Ой-ой-ой. Ты чё?
Я проиграл. Я действительно проиграл. Спасибо тебе. Итак, что ты чувствуешь? Я найду кого-нибудь посильнее. Я еще больше хочу драться. Ха-ха, а ты тот еще фрукт. Ты это знаешь? Похоже, мое видение мира оказалось более ограниченным, чем я думал. Всегда есть кто-то сильнее тебя. И я найду его. Того, кто посмеется над моими навыками. И придет день, когда мы сразимся вновь, и я тебя одолею. Так. Его здесь нет. Хочешь попасть туда? Да. Тысяча зени. Поехали. Фоулу. Человек, не так ли? Какое дело привело тебя ко мне? Желаешь бросить мне вызов, как и остальные? Нет, ты отличаешься от них. Нет, боец ты необычный. Да будет так, испытай себя в поединке со мной. Узнай, насколько тщетны твои попытки одолеть меня. Что? А, да ладно. Я помню этот стиль. Это стиль Боша. Ё-моё! Жестко. А, ну он постоянно выпрыгивает. Угу. Нифига себе, ну это надолго. Что? Тихо. Ты чё, обалдел? Тихо. Что за дичь? Правда силен. Жесть. Нет. А, да ладно. Это жесть вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо.
что творишь? Жесть, вот он жесткий, это только первый раунд. Чего? Десять тысяч. Ой-ой-ой. Да ну, да хорош, перестань. На тебе бросочек. Жесть. Жесть. Эмоция, левитация. Сама мысль о том, что меня могут превзойти, чудесно. Я и представить не мог, что встречу человека, способного достичь таких высот. Тебе удалось заинтриговать меня. Назови свое имя. Некрос. Очень хорошо, Некрос. Мы еще встретимся. И когда это случится, ты узришь всю мощь и величие моей последней формы. Жестко. Ангельские крылья. Так. Вдохновленный. Долгое восполнение жизни. А вот и Рецу. Мое сообщение пришло? Да не так уж это и важно. Меня интересует другое. Каких успехов тебе удалось достичь за время своего путешествия? А сейчас увидишь. Жестко. Хорошо, очень хорошо. Теперь я вижу путь, по которому ты идешь. Это ясно как день. Итак, хорошо. Я увидел то, что должен был. Теперь старому монаху пора вернуться в Японию. Знаешь бойца по имени Рю? Видишь ли, нас с ним кое-что связывает. Я расскажу тебе об этом в Японии. Если будет настроение, приезжай посмотреть. До новых встреч. Усилитель удара ногой. Неплохо. Неплохо. Так. Так, поучаствуем в матчах аватаров. Жесткий урон. Очень жесткий.
Надо выиграть... А, надо поучаствовать 5 раз. Жестко, жестко. Так, еще 3 матча. Ждем. Так. О, музыка какая-то вообще другая. И еще 2. Так, а это музыка? Кимберли. Хоть он и проигрывает, он тоже выполняет, по сути, квест. Так, ну и еще 1 раз. Поехали. А если так? Все? Испытание выполнено? А, нет, еще нет. Еще раунд. Да, испытание завершено, отлично. Получены билеты Drive 500. Ну и на этом пока что все, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. Это YouTube, Дзен и Boosty. Ссылочки в описании. А если хотите задонатить, это можно сделать по ссылке в описании. Также в описании будет плейлист. Всем хорошего настроения и всем пока.